Здравствуйте, друзья. Выкладываем диалог женщины-автора. Кстати, вынужден констатировать, не так много я женщин выкладываю, потому что, уж поверьте, чаще я ни в коем случае не пытаюсь против женской части нашей аудитории что-то возразить. Просто больше на истерики похоже и не совсем интересно, особенно если женщина с женщиной. Вот эта девушка, очень милый голос, такой драйв, знаете, легкий такой драйверок запустила. Мне понравился, одним словом, этот диалог с микрофинансовой организацией, еще и с которой онлайн микрофинансовая организация. Давайте послушаем, насладимся. Спасибо автору заранее. Я, если честно, до конца не слушал, так чуть-чуть послушал. Я всегда так люблю, чтобы оставлять интригу для последующих комментариев после ролика. Давайте, внимание. Алло. Алло. Да, я слушаю. Здравствуйте, Эльвира. Да, здравствуйте. Компания ЕЗАЙМ, у вас просроченная задолженность, вы в курсе? 19-й день уже пошел. Вы мне уже сегодня звонили. Звонили? Да. Ну, а кто звонил? Ну, девушка от вас звонила. Потому что у меня нет пометки о звонке. Может быть, вы что-то странно, путаете? Странно, нет, я ничего не путаю. Именно от вас звонили. Вера, послушайте. У вас просрочка уже 19 дней. Пакет документов находится у меня на подготовке передачи соответствующие органы вышестоящей инстанции. Я вам звоню не для того, чтобы вас там как-то пугать, угрожать вам. Говорю, а позвоню для того, чтобы как-то решить ситуацию. До завтрашнего вечера вы сможете оплатить 6000 рублей? Нет, не смогу. Это будет продление. Не смогу. Какую сумму вы сможете оплатить? 100 рублей. 100 рублей. Давайте говорить о взрослых вещах. Ну, а я вам по-взрослому говорю. Разговор. 100 рублей. 100 рублей это не разговор. Да, значит, тогда не будет разговор. То есть вы отказываетесь от оплаты? Нет, не отказываюсь. Правильно я понимаю? Нет. Но не смогу завтра. Понимаете, мы и так идем к вам на уступки и документы не передаем в соответствующие органы. Какие соответствующие органы? Ну, назовите хоть. Судебные приставы, прокуратура. Судебные приставы после суда. То есть вы подаете в суд. Я правильно вас понимаю? Ну, почему же именно через суд все? Нет. А с чего вы знаете, что судебные приставы работают через без суда? Рычаг. Прекрасно работают. Как через лучший сотрудник, рычаг? Я вам об этом могу сам как сказать. Прекрасно работает. Угу. А через какой рычаг-то работает? Через элементарно. Вы его узнаете, если вы не оплатите. Да что? Вам позвонили для того, чтобы мне даже решить. Мне интересно. Решили этот вопрос. Вот даже теперь интересно. Ну, значит, ждите. Давай. Интересных событий, раз вы подождем. Не хотите от, и отказываетесь от оплаты. Ваш нет, отказ об оплате, я слышал. Ну, то, как вы не отказываетесь? Вы сказали, что вы не будете вносить. Ну, как я значит, смогу? 100 рублей. Вас не устроило. Вам были предоставлены условия. Условия на встречу, по которым вы можете просто решить данную ситуацию. Ну, вы мне пошли на встречу, сделали шаг на встречу, я вам тоже делаю шаг на встречу. Вы говорите 6 тысяч, я говорю 100 рублей. Так, на встречу, мы из-за всего расчета, понимаете, 100 рублей за все суммы вашего долга, это то же самое, что подойти в море, плюнуть. Вы прекрасно понимаете. Ну, это ваши проблемы, не мои проблемы. Более серьезные шаги. Проблемы не хорошо, у нас. Хорошо, хорошо, договорились, серьезнее, 150. Да. Девушка, вы думаете, вам с цирка звонят, я не пойму. Ну, видимо. Ваш заказ вообще здесь не есть. Ваши документы передут в надлежащие органы. Я не знаю, кто вы. Кто вы? Откуда вы? Я вам представил с компании ЕЗАЙМ, зовут Александр. Фамилия, отчество? Александр. Для чего вам эта информация? Сейчас разговариваю мне о моем портфолио. Как меня зовут, где я гуляю, с кем и что. Все здесь портфолио. Вам позвонили о вашей задолженности. Я вам еще раз говорю, девушка, послушайте. Вам позвонили, чтобы решить эту вашу проблему. Кто мне позвонил? Кто мне позвонил? Что за голос из трубки? Я вам с тем же успехом могу также сказать, что за голос, что за отказ из трубки.
Слушайте, это вы мне звоните, я сейчас поставлю личное дело в деле отказ. То, что вы отказываете, вы до этого... Я ни про какое личное дело не знаю. Я не знаю, кто вы. Фамилию, отчество свое назовите. Как вы не знаете? Есть договор, есть все документы подготовлены, где нет платежей. Это только сейчас ваши слова. Фамилию и отчество свое назовите. Нет, слова... Слова это ваши... Что значит нет? Вы не подкреплены вообще никакими действиями. Вы не взяли займ, его не отдаете, вы понимаете? Слушайте, я вам еще раз говорю, я вам могу сказать, что вы сейчас мошенник-вымогатель. Вот вы сейчас мошенник-вымогатель. Пусть будет так. Пусть будет так, пусть мошенник-вымогатель. Но я иду к вам на встречу, предлагаю вам те условия, по которым вы можете решить свою ситуацию. Решите элементарно. Звонит мне какая-то... Документы перейдут. То есть звонит мне какая-то хуйня и говорит по телефону, заплати 6 тысяч. Вы там не охренели вообще? А вы не знаете, а вы разве в компании Езайм не брали деньги? А я вас знаю? Вы кто вообще? А вам не обязательно меня знать, я сотрудник данной организации. Ну, тогда пришлите мне трудовой свой договор, чтобы я убедилась. А вас, может быть, еще под ручку домой проводите, до кровати уложите, я не пойму. Не надо. Чтобы потом деньги отдали, что не надо. Да что вы? Вам позвонили, с вами серьезно разговаривают. Вы начинаете ерундой заниматься, не знаю, кто вообще такой? А? У тебя что, с мужем проблемы? Клоун, ты кто? Что вы орете? С вами нормально, спокойно разговаривают, идут. Вам на услуги. Я вас услышал. Отказ от оплаты. Я с каким-то говном по телефону не разговариваю, да? Увидимся, давай. Ну что, браво. Тут больше сказать нечего. Просто в пух и прах. В пыль. В пыль раздавила этого чушка, который даже представиться даме не смог. А потом еще получил свое настоящее имя. Все этого имя услышали из уст нашей дамы. Ну, простит ей, как говорится, та категория джентльменов, которая это слушала. Наверняка мы отнесемся лояльно к этим заявлениям. В том плане, что это было очень мило, очень по-женски. И ну, мне было кайфово это слушать. Как бальзам на душу. Так вот. Друзья, те, кто недавно на нашем канале, обратите внимание, вот так и надо, вот так и можно, вот так они и заслуживают. Только так, а не как иначе. Вы скажете, те, кто недавно здесь с нами, и те, кто не знает, как разобраться со своей ситуацией, да как же, я же брал, надо же отдать. Нет, не надо. Надо отдать соседу, другу, это надо. Товарищу, коллеге по работе, это надо, потому что достал со своего кармана. И он с вас не просит 900% годовых. И даже 700 не просит. Он просто вам помог. И вот в этом случае надо. А во всех остальных случаях, до свидания. Я когда говорю про банки, я говорю, что можно не отдавать, если вы не можете отдавать. Но когда речь идет о микрофинансовых организациях, а уж тем более об онлайн, вот этих вот шарагах, то здесь делайте, что хотите. Дело в том, что вот с такой публикой мы справляемся на раз, два, три. Да, я понимаю, что онлайн займ это уже последствия кредитной истерики. То есть человек не пойдет с чистой кредитной историей брать деньги в онлайн займе каком-нибудь или там в микрофинансовой организации. Естественно, он обратится в первую очередь в банк. И уже когда в банке там он застрянет, тогда будет уже, что называется, метаться и брать везде, где только возможно. Но у них единственный расчет на то, что люди не понимают, не знают, а незнание порождает устойчивый страх. И, конечно же, из этого исходят вот эти все 900-800% годовых, и людей обдирают как липку, забирают последнее. Значит, что я хочу сказать? Обращайтесь, если сами не можете разобраться со всеми делами. Мы работаем и с онлайн-организациями, и с микрофинансовыми, и с банками. Обращайтесь, и мы вам поможем, если вам это необходимо. Мы работаем по всей России. У нас онлайн-услуга, так скажем, да, в противовес онлайн-микрофинансовым организациям. Мы вам скажем, что мы можем работать онлайн, оказывая услуги юридические. Как это устроено, можете посмотреть на нашем сайте, если вам это любопытно. Ссылочка на сайт есть в описании любого ролика на нашем канале. Также сейчас эта ссылочка, вот смотрите, в правом верхнем углу на ролике вылезла ссылочка, вот она. Она кликабельная, на нее нажимаете и попадаете на наш сайт. Посмотрите на сайте видео, как устроена работа кредитных юристов компании «Алиан». Вы все поймете.
После этого оставляйте заявку, и мы с вами свяжемся обязательно. В рабочее время вам позвонят наши специалисты, вы зададите вопросы, те, на которые не получили ответа, просматривая видео, презентацию. И с удовольствием мы впишем вас в число наших клиентов и поможем вам, поверьте. Уже с первого дня вы будете понимать, что вы никому ничего не должны, и вашими делами занимаются грамотные, высококвалифицированные специалисты. И уже совсем скоро после этого вы будете понимать совершенно отчетливо, что в формате закона, в правовом, как говорится, поле, вы никому ничего не должны. Мы создадим условия, когда банку будет выгодно самому отказаться от претензий. Вот такая небольшая реклама. Вот, посмотрите, еще раз выходит наш сайт справа наверху, еще раз, кто не успел. Вот он, раз, вот он. В описании ролика тоже есть ссылочка. Также есть ссылочка на нашу группу ВКонтакте в описании ролика. Там все ролики с нашего YouTube-канала дублируются. Ну и, конечно же, лайк с вас. Поставьте лайк, потому что ролик классный от девушки получился. Автору огромное спасибо. Репост в соцсетях, поделитесь в соцсетях, конечно. Ну, если вы не подписались по каким-то невероятным причинам на наш канал, пожалуйста, подписывайтесь. Пишите, конечно же, комментарии. Очень приятно читать комментарии. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Алям. Всего вам хорошего, друзья. До свидания.